Во Великобритании слушательница дозвонилась на радио LBC и попросила ведущего прекратить пропаганду против России. Как сообщает Сандэкспресс. В субботу, 1 октября, инцидент произошел во время обсуждения темы о крушении в июле 2014 года в Донецкой области Украины, малайзийского Боинга. Женщина, которая представилась как Ивон, заявила, что российский лидер Владимир Путин не лучше и не хуже правительства Соединенного Королевства. «Мы растеклись по всему земному шару, как масло, мы проводим интервенции по всему миру. Путин этого не делает. Мы как психи ввязываемся в войны», — отметила она. Ведущий Мэтт Фрей был поставлен в тупик этим высказыванием радиослушательницы. Against whom? All sides. All sides. But it needs okay. to all sides, okay? Yeah. And it needs to stop now. We know Putin's not a good guy, but at the same time, he's no better or worse than our government. Really? We are literally. We don't shoot down civilian airliners, or even by mistake. Excuse me. We've done worse. Let me tell you something. We are spread all over the globe like butter. We are intervening all over the world, okay? I don't see Putin doing that at the moment. We have too much propaganda, and we are sleepwalking into a war.